подойдите ближе для досмотра. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 401А. Засунуть руку в подозрительную дыру и надеяться на лучшее. Ну, была не была. Добро пожаловать в камеру симулятора. Здесь вы научитесь использовать оружие ковчега и полученные ID-сертификаты. Вы установили ID-сертификат «Рывок». Рывок позволяет уклоняться от атак противника. Пока он действует, в вас сложнее попасть. ID-сертификат «Рывок» для уклонения от вражеского огня. Кусаться вот так было обязательно? Возвращайся в главный зал. Я должна еще кое-что сказать. Как странно получать приказы от мертвой тетушки. Вот твой первый ID-сертификат. Это только начало. Ковчегов множество. Отыщи их. Используй их ресурсы для борьбы с правительством. В одиночку его не победить. Если Лили еще жива, она станет тебе незаменимым помощником. Есть и другие союзники, те, о ком тебе только доводилось слышать. Когда война с правительством подходила к концу, несколько лидеров сопротивления объединились и создали проект «Кинжал». Его цель – уничтожить правительство. Окончательно. Правительство несло тяжелые потери, но мы не верили, что оно просто возьмет и исчезнет. И мы знали, что в распоряжении генерала Кросса есть технология, дающая что-то вроде бессмертия. Когда Вилланд изолировался от чужаков, закрылся и проект Кинжал. Но я кое о чем договорилась с остальными его основателями, их трое. Первый – Джон Маршалл из «Ствола». Закаленный и практичный старый вояк. Он первым выступил против правительства. Он лучше всех разбирается в технологиях и шпионаже. Его навыки помогут тебе скрыться от глаз правительства. Вторая – Лузам Хагар из «Источника». Дочь героя войны Дэна Хагар. Начинала как рядовой боец. Теперь стала мэром крупнейшего города пустыни. У нее есть военный транспорт, а это бесценно. Наконец, доктор Антон Квасир. Правительственный ученый, перешедший к повстанцам. Никто не разбирается в мутантах и нанотритовых технологиях лучше него. Его знания – краеугольный камень проекта «Кинжал». У тебя наверняка остались вопросы. Часть ответов ты отыщешь в компьютере твоего бронекостюма. Удачи тебе, рейнджер Уокер. Вот черт!
То есть ты решила переложить все это на мои плечи и свалить в закат, да, тетушка Броуни? Что ж, похоже, теперь вся надежда на меня. Что-то я твоего личика не припомню. Меня зовут Бойко. Небось, друзья меня посоветовали. Я торгую тем, что тут нужнее всего, и не задираю нос перед народом Винланда. Откуда ты знаешь, что я из Винланда? А по одежке. Я вас издаля вижу. Форма на тебе рейнджерская. Значит, ты работаешь на Проуле. А это значит, что и я с тобой как-нибудь сработаюсь. Ладно, покажи, что у тебя есть. Приходи еще. Обратно в ствол, да, рейнджер? По старой канализации течет подземная речка. Мы присобачили на нее турбину и теперь наслаждаемся независимостью. Имея собственный источник энергии, мы можем больше не клянчить филтрит у жадных барыг. О нас заботится природа, матушка. Ну, бывают трудности. Например, толпа мутов забьет турбину. Но в остальном все хорошо. Собственное электричество. А если случится какая-нибудь подстава, всегда найдутся наемники, чтобы решить вопрос. Значит, я для вас просто наемник? Нет, конечно. Вы рейнджеры из другого теста. Можно и зубы пообломать. Я просто спросил, маршал. Просто спросил.
Слушай, маршал, может, где-нибудь поблизости есть ковчег? Ну, есть, как-нибудь. Может, у тебя есть нужные нанотриты? А что, попробуй, скажи ему, Сезам. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 402А. Это дробовик Арктек. Я видел такие только на старых голограммах. Это боевой дробовик. Мощное оружие при стрельбе на ближней дистанции. Выстрелы могут отбрасывать противника. Очень хорошо. Принято. В режиме прицеливания дробь в патроне сливается в одну пулю, которая сильно отбрасывает противника назад. Хорошо. Действия выполнены. Применяйте форсаж боевого дробовика против врагов в симуляторе. Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию. Свинцовая метла для тесных коридоров везет. И он привязан к твоей нанотритовой сигнатуре.